Привет, с вами Криптомастер, и хочу вам рекомендовать одну интересную игрушку. Это первое. Второе, рассказать о ее свойствах, вообще о том, что происходит на самом деле сейчас с ней. И еще пару новостей, конечно, я вам расскажу. А перед этим категорически заявляю залететь в описании под видео. Там телеграм-канал, и просто категорически я советую на него подписаться, потому что там огромное количество крутых разных новостей. Там новости и криптовалюты, раз, там новые таполки, новые шифры, коды, как вывести на кошелек токены с таполок. Это самое главное сейчас, когда какие листинги, что происходит, кто нас обманывает, кто наоборот хорошо и качественно играет в эту игру. Соответственно, все есть там. Пригодится вам обязательно. Я снимаю, стараюсь видосики и закидывать в разные источники. Это и Дзен, и скоро ВКонтакте, и Рутуб, и Ютуб. Все, что нужно, делаю для вас. А вы обязательно поддержите видео лайком, смотрите его до конца. И, конечно же, залетайте в описании и в закрепленный комментарий. Там все игры-кликеры. Все нужно обязательно зайти. Все нужно протапать. Какие реально мощные, классные, это вы увидите по галочке, это раз пункт, два, по количеству участников, которые там вверху сейчас отображаются над каждой тапок, сейчас вы увидите это у меня наглядно, 1 700 000, поняли, да, где находится теперь, вот, и, соответственно, ну и по моим рекомендациям, которые я скидываю в Телеграме и на Ютубе тоже я какие-то снимаю видосики про рейтинги, про вообще то, какие лучше, чтобы вы это прекрасно понимали. Про The Rocket хочу вам рассказать, объяснить то, что они пишут. Конечно, то, что они пишут, это может быть вообще нахрен нам всем не нужно, но пусть оно у вас будет, чтобы вы это прекрасно понимали. Просто кто не майнит, кто не понимает и кто, может быть, этого делать не хочет, пусть будет в курсе. Теперь у нас автоматический вывод на кошельки в сети Тон. В связи с ручным выводом мы многие, не понимая, что листинга еще не было, жаловались на токен и сделали себе же хуже, его заблокировали. Теперь у нас новый токен и автоматический вывод. Все балансы откатили обратно всем в приложении. Вывод The Rocket ограничен 1 токен в день. Мы преодолеем любые трудности, и листинг будет как только все 1 миллион The Rocket будет у вас на кошельках. Короче, хочу объяснить вам, в чем же здесь дело. Короче, вот этот The Rocket, он заявил, вообще заявляет, что у нас конкретно, вот видите, у меня 5 рокетов, то, что вы копите эти рокеты, вы сделаете 1 000 000 рокетов, мы выведем вам на кошелек соответственно, 5 рокетов, точнее, все эти 1 000 000 рокетов, и тогда будет листинг. Понятно, что мы всем таполкам сейчас доверять не можем и не можем гарантировать, что они нас не опрокинут, что они вот эту херню не творят, да. Но, опять же, включу логику, мы денег не вкладываем, тратим только время, ну и какую-то, наверное, энергию. Выполняю здесь какие-то определенные задания, наверное, что-то здесь майни нажимая на экран. А динамика здесь довольно-таки простая. Я вам сейчас это расскажу. Здесь есть такая тема. Нужно набрать золото 500 тысяч. И, соответственно, вы получаете 1 рокет. Видите, да? За 1 рокет дается 500 тысяч. Таким образом, вы должны намайнить 500 тысяч. Ну, я по экрану, честно, не бил. Я звал друзей и выполнял задания. Здесь задания дохренища, просто их 1 000 000, они еще уходят, прибавляются. Вот здесь вот просто нажимаешь open, допустим, какой-нибудь вот этот hashcats, да, это, допустим, какая-то игрушка. И дальше здесь проверяем check tasks. И все, у нас добавились поинты, да, дальше 500 происходит, я обмениваю, дальше вот валит, да, и у нас этот валит, вот эта вся тема, да, оно все это переводится у нас, но я еще ничего не переводил, я просто, честно, я вот как бы, ну, чисто так вот, да, для меня это просто какие-то определенные новости, какая-то определенная хрень. Сучка падла просит комиссию, а я им дам комиссию, мне до фонаря, я просто богатей еще тот, я же вообще просто как Буратино богатенький, как Скрудж Макдак, я трачу на комиссии, ой, вы что, ребята, the token will be created to your wallet with it a few hours. Хрен знает, что пишет, я английский не особо, но, короче, я думаю, то, что одну я бомбанул, увидели, бомбанул? Бомбанул, полюбас бомбанул. Но листинг будет, когда мы все там приобретем, когда мы все уже перекинем токены, все токены перекинутся, будем каждый день мы их переводить. Ну вот,
было 4, опять 5, что ты хочешь, тварь? Еще скажи, есть деньги с меня снялось. Не знаю. Вот. Вот такая вот у нас интересная движуха, да, вот такая интересная динамика. Ладно, будем в ней разбираться, будем переводить, будем стараться, будем делать максимум то, что нужно делать. И я думаю, то, что, возможно, этот проект выстрелит. Опять же, не могу давать гарантий, просто показал вам то, что какие новости здесь присутствуют, что конкретно здесь происходит, что они вообще хотят, что они хотят, чтобы мы там выводили, что они делают для того, чтобы мы зарабатывали быстрее эти все токены. Хочу, чтобы вы тоже попробовали, может быть, мы ускорим этот процесс. А с меня это разные интересные видосики, с меня это разная информация в моем телеграм-канале о всей этой кухне, ибо я тоже учусь, я разбираюсь, я однозначно совершенствуюсь, каждый день становлюсь лучше, больше информации, более грамотно стараюсь вам преподносить ее для того, чтобы вы понимали, видели и ощущали на себе, как это все происходит. Вот. Так что я вам это рекомендую. Недавно Paradox снял, обязательно посмотрите на канале, как выводить, что делать, я это прям только за радость. Прям топчик, самый главный, будем с вами здесь обсуждать и делать. Так что желаю заработать свой первый миллион на крипте. И будьте аккуратнее, будьте бдительны. Старайтесь залетать только в те проекты, которые реально мощные. Знайте, что даже вот этот проект, он, видите, галочки не имеет. И, конечно, он может вас и опрокинуть и на комиссию, что-то там, не знаю, не дать, что-то не сделать. Поэтому не тешьте себя великими надеждами, что станете миллионерами после 2-3 тапалок, да. При этом, ну, там, не знаю, ничего не делая, грубо говоря, да. Так что будьте просто, наверное, с холодным сердцем ко всему этому относитесь, и тогда будет все здорово. Так что с вами был Криптомастер. Всем пока.